Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «История жизни. Психология отношений». Ну, про РСП, про сайты знакомств, просто про отношения, про любовь, про все про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни, психологии отношений», чтобы посмотреть предыдущее видео. Пишите свои истории на самые разные темы. Можно про сайты знакомств, можно не про сайты. Все, что касается психологии отношений, все с вами будем обсуждать. Пишите в комментариях, либо, если хотите, чтобы это было совершенно анонимно, в разделе в канале есть ссылка на мою соцсеть, либо на Boosty. Ссылка на Boosty под этим видео в описании и в закрепленном комментарии. Ну а сейчас у нас сегодня будет такая вот история. Мне рассказала ее женщина. Женщина уже, скажем так, ну, возрастная. И она рассказала про предательство, как ее предал муж, как жестоко и ужасно он с ней поступил. И вот она сейчас находится в таком состоянии, что она просто не знает, что ей делать. Я, конечно, понимаю, что вы можете снова там закидывать ее тапками, писать какие-то гневные, агрессивные комментарии, но как бы я ее предупредила, что, скорее всего, это будет именно так, потому что то, о чем я сейчас вам расскажу, как бы я вот уверена, что комментарии будут одинаковые, но мое мнение будет несколько иное. Смотрите, какая ситуация. Женщине 54 года, ее мужу, он старше ее на 13 лет, ему 67 лет. Это второй брак у него и у нее. У нее детей нет, у нее никогда детей не было, ну так случилось, она не стала вот как бы говорить, почему, ну какая разница, потому что речь-то не об этом, это просто факт. У нее детей нет и не было. Значит, ну, у нее тоже был брак, она разошлась. Ну, в общем, это не важно, да, детей нет и все. У него два взрослых сына, взрослые мужики, сыновья. Они в браке уже 14 лет. Вот эта пара, да, про которую я сейчас рассказываю, 14 лет в браке. Говорит, у нас очень хорошие отношения, то есть у нас достаток выше среднего, мы люди достаточно обеспеченные. Он работает, я работаю, мы оба хорошо зарабатываем, мы хорошо, как бы у нас такая жизнь хорошая, сытая, что называется, при деньгах. И у нас есть, говорит, совместно нажитое имущество, которое мы купили в период совместного брака, но собственник муж. Он там больше денег вложил в эту квартиру, я тоже, естественно, вкладывала, но как бы, ну, в основном он, да. Но у нас, говорит, мы на равных, то есть я не то, что вообще не работаю, я работаю, но да, я зарабатываю меньше, чем мой муж. Мой муж, конечно же, всегда зарабатывал больше, даже сейчас вот тоже он работает и очень хорошо зарабатывает, да, а я как бы, ну, зарабатываю меньше, но у нас налажен быт, несмотря на то, что я хожу на работу, я дома все делаю, убираю, готовлю, как бы, ну, то есть у нас очень хорошие отношения, мы близкие люди, говорит, я по крайней мере была в этом уверена до определенного момента, я так считала. Как же, говорит, жестоко я ошибалась. В один, говорит, день непрекрасный, да, я убирала, убирала квартиру, убирала там в шкафу что-то, вещи складывала, перекладывала, там как бы, ну, наводила такую генеральную уборку вот везде и всюду. Мужа не было дома, он был где-то там то ли в командировке, то ли что, ну, как бы длительно я вот целый день занималась этой уборкой. И что я обнаружила, говорит? Я обнаружила в шкафу где-то там в его белье, в его вещах копию документа. Какого бы вы думали документа? Правильно. Это завещание. Ну, или копия, или не копия. Ну, в общем, я обнаружила там завещание. И я, когда прочитала его, говорит, я просто, честно говоря, я чуть не упала в обморок. У меня, говорит, сразу давление поднялось, там голова закружилась. Мне просто стало плохо, хоть ты там скорую вызывай, да? Я вообще, говорю, до такой степени обалдела. В общем, что было в этом завещании? В этом завещании она увидела, что эту квартиру, в которой они сейчас проживают, вот этот вот муж, горячо любимый, завещал своим взрослым сыновьям в равных долях. Его жены, любимой, с которой у него хорошие отношения, там все прекрасно, 14 лет в браке, в счастливом, просто не было в этом завещании. И кроме того, там она еще, ну, в общем, она узнала потом, что там деньги он сундучил от нее, то есть много денег, там вообще баснословные какие-то суммы, которые были у него на счетах, он тоже все это сыночком своим вот так вот, да, завещал, понимаете? И говорит, вот что мне теперь делать? Вот что мне делать, да, вот посоветуйте. Как бы я не знаю, я, понимаете, как дело здесь даже не про деньги, хотя про это тоже, про деньги тоже. То есть он намного старше меня на 13 лет. Вот понятно, что я могу умереть первой, но, скорее всего, он умрет первой просто потому, что он старше меня. Но, опять же, этого никто не знает, кто умрет первый. Ну, как бы она рассудила таким образом. И что мне делать? Придут его сыновья, взрослые мужики, и скажут, пошла ты, у меня с ними отношений никаких нет. И у них со мной, ну, мы вообще не пересекаемся. Они живут своей жизнью, я там, мы с мужем своей жизнью, то есть вообще, да,
как бы они сразу меня выгонят из этой квартиры. А что мне делать? Тут каждая говорит вазочка, каждая полочка, каждая вот это моя родная квартира. Я в нее столько души, говорит, тоже вложила. И вообще, как вот быть, что делать, да? И как бы я, говорит, почувствовала, что это такое лютое предательство вот с его стороны. Это даже не то, что про деньги, хотя да, конечно, мы все живем в мире материальном, естественно. Но это на второй, говорит, на втором месте. На первом месте это предательство, да. То есть я настолько не ожидала вот от своего мужа такого, как бы как он мог вообще в принципе такое сделать, не поговорив со мной. Он сделал это у меня за спиной. Понимаете, вот это, как такое возможно? То есть, если бы я случайно не обнаружила этот документ, когда я бы вообще не знала об этом, вот он умирает, и я все, на улице оказываюсь. Караул. Ну, я хочу вас сразу предупредить. Значит, она попросила какого-то совета, и хочется об этом поговорить. Комментарии зрителей будут писать вам гневные, комментарии зрителей будут писать вам агрессивные, они будут закидывать вас тапками. Потому что всегда, когда касается детей там, от бывшего брака, неважно, что это уже взрослые мужики, всегда все будут на стороне, что мужик должен оставить все детям. Свою жену, с которой он уже много-много лет живет в счастливом браке, он должен выставить на улицу и дать ей пинка под зад. Вот такие комментарии будут зрители. К бабке не ходи, вот я уверена. Я даже удивлюсь, если будет какой-то один другой комментарий. Ну, давайте вот послушайте, что скажу я вам. Это все стереотипы на самом деле, да? То есть отношения людей, они самые разные. И это не значит, что мужчина должен дать своей жене пинка под зад. Я вам что хочу сказать. Есть вещи, которые прощать нельзя. Это предательство близкого человека. Его прощать нельзя. А, кстати, к слову сказать, она говорит, я с ним поговорила, то есть я не могу держать это все в себе, я ему поговорила, я сразу выплеснулась, да, то есть он пришел и говорю, а что это такое? Вот эту бумажку в морду ткнула, это что такое вообще? Он, знаете, такой, я мужик, я так решил, это мое решение, а ваше решение будет другое. Да, не вопрос, он мужик, он так решил. А вы решите по-другому, что вы можете сделать. Как вы сами сказали, эта квартира, да, он собственник квартиры, она записана на него, но она приобретена в законном браке. Поэтому вы сейчас должны подать на развод и на раздел этой самой квартиры. Вот и все. Она там, у нас хорошие отношения, там моя жизнь рухнула. Да, ваша жизнь уже рухнула, когда ваш муж вас предал и пошел эту писульку составил. Ваша жизнь тогда рухнула, не сейчас. Просто благодарите небеса, что вы об этом узнали сейчас. Вы готовы жить с предателем, который сказал, я так хочу, то есть вы для него вообще ничего не значите. Вы для него никто, и звать вас никак. Он своим сыновьям все завещал. Деньги, там, квартиру, все. Он не подумал о том, что вы окажетесь вообще на улице. И вам, извините, тоже уже там лет много. И что вы будете делать? Простите, у вас ни детей нет, к которым вы можете приткнуться. У вас вообще никого, кроме этого мужа, нет. Ну и мужа у вас, извините, оказалось по факту тоже нет. Решать, конечно, вам, но это надо решать жестко. Я говорю, есть вещи, которые прощать нельзя, тем более так категорично. Ему не стало стыдно, он не сказал, давай там что-то там переделаем, перерешаем. Говорит, я тебя там люблю, ну, люблю это на словах. Вы же понимаете, что любовь выражается в поступках. И меня все устраивает, давай ставим все как есть, там, давай будем жить вместе по-прежнему, там, все дела, ла-ла-ла. Конечно, он не хочет вас потерять, естественно. Он под 70 лет, вы его жена, которая там устраивает его быт, которая его там любит, заботит. Сами, вы его близкий человек. А говорит, сыновья, они, естественно, взрослые мужики, они живут своей жизнью. Мы, этот папка тоже нафиг не упал, как бы, да. То есть, говорит, у него есть только я, по сути. Сыновья, ну так с ними, так, никак. А видите, я завещал им. Поэтому разводитесь, подавайте на раздел имущества. Может быть, он одумается, когда вы все это затеете. Может быть, он перепишет эту писульку и как-то порешаете эти вопросы по-другому, а может быть и нет. Я говорю, ну жить с предателем нет, несмотря на то, что вы уже все возрастные, и он, и вы. И так вот разводиться. Люди расходятся, разводятся. Поверьте мне, по работе я с этим сталкивалась совершенно в разном возрасте. Да, конечно, чаще разводятся молодые, но бывают и люди, да, такие вот очень возрастные, там, за 50 и за 60. Такие тоже разводятся. Реже, но разводятся. А тут какие варианты? Тут вариантов нет. Вы же жить с этим не сможете. Вы же вообще, у вас там мир перевернулся, мир рухнул, когда вы узнали о его предательстве. Поэтому, конечно, развод и раздел имущества, все. Я говорю, может он одумается. Если не одумается, вы получите свое, то, что вам принадлежит по праву, как законной супруги. Вот именно в этих моментах ЗАГС защищает женщину, да. Ну, может быть, и мужчину, если эта ситуация будет наоборот как-то сделана, да. Ну, поэтому только так. А то, что комментарии вам будут писать, вы такая сякая, вы ему никто, звать нас никак, у него там дети ла-ла-ла, 3 рубля, дети.
дети, внуки, все дела поставили. Ну, не должно волновать. Вы делаете свое дело, понимаете? А каждый человек находится вот на своем месте. Он никогда не будет на чужом месте. Вы как, знаете, когда тут некоторые пишут, а ты поставь себя там на его, на ее место. Да это бред. Не надо ставить себя ни на чье место. Да никто этого не делает. Это лицемерие. Никто никогда не ставит себя на чужие места. Мы все на своих местах. Я уже говорила, ну, как вот приводила пример, там, любовница, там, жена. Если вы жена, вы действуете в своих интересах, вы хотите эту любовницу, там, да, а если вы любовница, то вы действуете в своих интересах, вы хотите то же самое сделать с женой. Так и здесь, понимаете? А мужчину можно понять, то есть это сыновья, там, это мои мальчики, все дела, там, и я хочу, типа, для них сделать. Это его решение, да, конечно, он может распоряжаться вот своим имуществом, если оно... Ну, у него есть такое право, как он хочет. Опять же, не надо никого осуждать, там он плохой, чего раз. Нет, он на своем месте, он поступил так, как хочет. Вы на своем месте поступаете так, как хотите вы. Хотите простить предателя и потом просто утереться, схавать это? Не вопрос, это ваше решение. Хотите, как на концов, чтобы справедливость восторжествовала по отношению к вам? Делайте что-то. Тут все просто на самом деле. Тут каждый человек находится на своем месте. Делает то, что он хочет. То, как он считает правильным для себя. Действует в собственных интересах всегда. Поэтому напишите свои комментарии, да, гневные, агрессивные, что она никто и звать ее никак. И, конечно же, любимые сыночки, все для них. Ну, может быть, найдется человек, может быть, даже не один, который как бы посмотрит на эту ситуацию со стороны бесстрастно, так, здраво, и поймет, что женщина, извините, она тоже человек, она близкий человек для этого мужчины, 14 лет в браке, она о нем заботится, и он просто ее предал. Да, можно же было как-то порешать этот вопрос с ней, там, сесть, сказать, там, любимая, дорогая, ну, послушай, ну, вот у меня там сыновья есть, я там их люблю, я хочу им квартиру оставить, ну, и тебя я тоже люблю, может быть, как-то в равных долях это все сделаем, может быть, как-то еще там перерешаем, может быть, как-то, ну, поговорить, да, понимаете, по-человечески подойти к этому вопросу, а не так вот за спиной делать. Понимаете, о чем идет речь? Ну, я думаю, вы меня услышали. Поэтому все, пишите свои комментарии, пишите свои истории. Будем все обсуждать. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока.